4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Он занимает особое место среди государственных праздников современной России и уходит своими корнями в глубину веков, отражая героические страницы национальной памяти. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояли свободу и независимость Родины, укрепив основы государственности и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. День народного единства – это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России. Дорогие друзья, мы от души поздравляем вас с праздником. Желаем вам мира, добра и благополучия. И сегодня к этому замечательному празднику мы приготовили для вас прекрасный подарок – концерт оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России», который сегодня открывает свой второй творческий сезон. В его адрес поступают поздравления, и нам бы хотелось одно из них зачитать. Дорогие друзья и коллеги, сердечно, от всей души поздравляем вас с успешным завершением первого года вашей творческой деятельности и началом нового концертного сезона. Первый шаг всегда самый трудный и самый ответственный. И он сделан вами, сделан уверенно, решительно, профессионально. Отныне на берегах Черного моря в городе русской военно-морской славы, легендарном Севастополе, живет, творит и возрождает великие традиции русского народного искусства талантливый и всецело профессиональный русский народный оркестр. Да будет его творческий путь долгим, плодотворным и радостным. И пусть «Жемчужина России» станет неотъемлемой частью драгоценного ожерелья российских коллективов народной музыки. Желаем вам, друзья, творческой неуспокоенности, исполнительского мастерства, новых художественных открытий и побед, здоровья, счастья, несокрушимого терпения, неистощимых сил и твердой веры в свое высокое предназначение на благо отечественного народного музыкального искусства во славу России. Лауреат международных конкурсов «Санкт-Петербургский государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», художественный руководитель, заслуженный артист России Игорь Тонин. Дорогие друзья, итак, на сцене оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России», руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Украины Людмила Королева.
Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос, звонкий, как ручей. Люблю, всем сердцем понимаю степей таинственную грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом «Русь». Дорогие друзья, в сопровождении оркестра для вас поет заслуженная артистка Крыма Татьяна Матар. Слышат песню белые.
Спасибо! Россия, как из песни слова, березок юная листва, кругом леса, поля и реки, раздолье, русская душа. Дорогие друзья, для вас поет Вячеслав Музыченко. Thank you.
вечер шляпки горят, ножики резко и пляску хотят. Пойду на улицу, девка, пойду, голоса звонки мне и подпою. Выйду на улицу, девка, пойду, голоса звонки мне и подпою. Матушка, слышишь, соловушка поет, а там под горою пляска идет. Девки голосистые звонко поют, мне добро молодцы спать не дают. Девки голосистые звонко поют, мне добро молодцы спать не дают. Девки голосистые звонко поют, мне добру молодцу спать не дают. Дорогие друзья, в исполнении оркестра прозвучит концертная пьеса на волжские темы. Композитор Борис Максимов. Thank you.
мере главный дирижер Людмила Королева. Дорогие друзья, для вас поет лауреат международных конкурсов Мария Манзи. Все реже слышно три заливистых струны. Говорят, из моды вышли песни русской старины. Ты и нынче не робеешь, балалаечка моя, не стареешь, молодеешь, словно русская душа. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену очаровательный дуэт Марины Кудесы. Умеешь тронуть руку.
Сроднилась навсегда. В золотых руках умельца ты не смолкнешь никогда. Прозвучит праздничный гимн Андрея Белорукова «Боярыня-барыня». Солисты Иван Юшутин и лауреат всероссийских и международных конкурсов Олеся Ланина. Thank you.
народных инструментов «Жемчужина России». Руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Украины Людмила Королева. Щедрая, широкая, раздольная Волга величавая течет, и свободная, как птица вольная, песня над волной ее плывет. Дорогие друзья, для вас поет солистка оркестра Мария Манзи. Дорогие друзья, для вас поет один из ведущих солистов нашего города, золотой голос Севастополя, лауреат международных конкурсов Михаил Игнатов.
поем все. Мы еще попоем.
Вашему вниманию концертные вариации на тему русской народной песни «Валенки». На сцене оркестр «Жемчужина России». Thank you.
оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России». Не скучайте, песню русскую встречайте. На сцене очаровательный дуэт Марины Кудесы. Ты за что любишь Иванова?
старые, добрые, с нами по жизни идут. Время меняется, жизнь ускоряется, а песни живут и живут. Дорогие друзья, для вас поет Михаил Игнатов. Счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.
мрак, поцелуй на рассвете. Нераздельно сердце с песней русской, задушевной, ласковой, простой. Вижу в песне русские равнины, далеко раскинутый простор. Русский народный оркестр «Жемчужина России», художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Украины Людмила Королева. Владимир Дитель. Фантазия на тему русской народной песни «Коробейники».
подошла к концу. Мы еще раз от всей души поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всем. Пусть в вашем доме всегда живут любовь, мир и благополучие. До свидания, до новых встреч!